Ну, сам периодически. Лапой тебе. Нет. Нет. Да он потом, он Милочка. Просит, он кушать просит так лапу. Вот, вот, молодец. Ай, какой хороший мать, глаза желтые. Не зеленые вообще, глаза. Я вижу желтые. А я вижу зеленые. Зато знаешь, как приятно, вот сидишь, ну, я здесь чай пью, а им жрать охота, или отвернуть, они подают вдвоем, не считают меня. А это кто? Кто это? А я что, лежу? Заинтересован, нажимает кнопочку, ну, то есть, как бы, согласен. И, значит, будет розыгрыш, и тот, кто, значит, это самое, попадет в этот розыгрыш, значит, тому 3 месяца бесплатного английского. У них в школе. Значит, потом... Ты бы поверила? Мне звонит дяденька и говорит, знаете, вот вы, у вас там вот, выиграли сертификат, и т.д. Значит, надо подъехать к нам это, в школу, на собеседование, и это самое, знаешь, и получить сертификат на обучение. И ты поехал? Нет. Я не поехал сначала, первый день. Значит, он мне перезвонит. Говорит, вот вы знаете, вы не приехали, но ваш сертификат лежит, и вас ждет. Вам надо приехать вот сегодня. Ну ладно, я стал, значит, поискал в интернете про эту школу, почитал. Значит, позвонил в эту школу. Говорю, это самое, вот это, то, что вы там плели-то, это действительно так? Потому что мне переться-то к вам в эту, на академическую-то, понимаете, большого интереса нет. Ну, значит, да, сказала она, да. Приезжай. Да, я приехал, значит. Тягать деньги давай. Кстати, мне жена говорит, ну съезди на всякий случай, может быть и правда. Я сказал, я не верю, говорю, ну съезди. Я говорю, точно спросил, что так, да, я говорю, ну съезди, ну вдруг чудо чудесное, понимаешь? Приехали. Нет, мы так хотели, нет, я подозревала, что ты 3 месяца как бы можно проскочить, не дурака, а потом свидание сделать, да, когда платить. Ну я поняла, что. Но оказалось все гораздо сложнее. Ну они правильно, конечно, они же не дураки тоже. Значит, я приехал в школу эту. Ну вот. И меня, знаешь, сажают за компьютер. Тест. Тестирование. Я говорю, там тест уже, понимаешь, примерно подготовочка, вот как у нее должна быть. Угу. Сказал бы, что ты нулевой. Там предложение, значит, понимаешь, то есть по-английски написано предложение, ты должен это самое отвечать на эти предложения. Это так же на английском. Так же на английском. Нет. Или на русском. Нет. Ты должен прочитать, понять. Ну, там, это, да, нет, там, то есть, вот это самое. Ну, понятно. То есть прочитать, понять и ответить. Нет. Я говорю, вы чего, пошутили, что ли? Я сейчас приехал учиться. С нулевым этим самым уровнем. Значит, на меня уставилась такая девица красная. Таких не будем не было. Первый. Вы вообще мне обещали бесплатно 3 месяца. Я говорю, ну, подождите. Значит. А, понимаю, там главный менеджер какой-то, потом девица меня в кабинет приглашает. И начинает мне рассказывать, понимаешь, про эти уровни, какие у них уровни, что у них гарантии, какие у них гарантии. То есть, если ты у них не выучишься, то они гарантируют. Но я уже понял это самое уже с разговора, что тут тень. Я говорю, давайте перейдем к главному вопросу. Бесплатно или бесплатно? Это бесплатно будет или не бесплатно? Потому что я сюда приехал, приперся к вам на академическую из Всеволожска, понимаете? За деньги я себе найду поближе. Или за деньги, понимаете? И, по крайней мере, выберу, что таких мне... Таких талантливых ты больше не найдешь. Ну вот, она такая, ну вы же понимаете, нет, вы выиграли сертификат, просто вы будете платить полстоимости. Да что ты говоришь, а полстоимость такая же, как для кого целая, наверное? Полстоимости, значит, это у них 7 тысяч в месяц. Миша, всего ни о чем. А потом не выучишь, да, скажу, без дыр. Потому что сказали, а вот. Не, они потом тебе бесплатно, если ты не дурак окажешься. Они тебе потом, пока ты не выучишь английский, просто не бросят тебя. Не бросят. И ты будешь платить только уже по 14 тысяч в месяц. Очень долго, 3 месяца по 7. Потом по 14, пока сам не плюнешь. 10 лет, ага, пока сам не плюнешь. Не, знаете что, дураков держите, что ли, тут всех народ-то? Ну ладно, я приехал. Это самое, да. Убедился. Вам это говорю, самим-то не противно, когда вас нахуй посылают? И пошел.
Конечно. Тут Качева сказал, что не против Ростаху писала. Мотя, скажи, много внимания. Ну, посвисти. Где, говорит, вот, говорит, где живет эта красивая собачка. А вот за заросший был. Собачка у меня красивая. Мотя. Ай, молодец. Сейчас из собачек здесь только вот нравится гулять с Шилти. Шилти завели маленькую. Такая тоже хорошая. Иди, мой золотой. Пацан, по-моему. Иди, мой золотой. Ну, что, скунсяра? Вот пришел. Мамочки пришел. Вот пришел. Вредный.